Всем огромный привет, я очень рада, что вы заглянули на мой канал и смотрите это видео. Обзор самых классных и интересных новинок из магазина «Светофор», который находится по адресу Машка, Машкинская, 44. «Светофор» не перестает меня удивлять своим разнообразием вновь поступивших товаров. В этот раз завезли большой ассортимент трикотажных изделий. И как вы уже видите, женский халат на пуговицах с небольшим рукавом. Есть женские домашние халаты на молнии в приятных цветах. Ниже колена есть карманы, которые отделаны бейкой. Халат в виде маечки на молнии в постельных тонах. Нежная приятная расцветка, по тактильным ощущениям очень приятная к рукам и к телу. Дизайн халата простой домашний, но в то же время есть изюминка. Обычный прямой силуэт застегивается на молнию с приятным рисунком. Халаты в большом ассортименте с разными расцветками. Кому не нравится на молнии есть на пуговицах, подойдет для более старшего поколения, накладные карманы, сзади завязывается на пояс. А размеры халатов 48-56, а цена 224,90. А кому не нравятся молнии и пуговицы, есть очень просторные и симпатичные туники с кармашками небольшой длины. Низ, карманы и верх отделаны красивой темной бейкой. А размеры туники 46-56, а состав 100% хлопок. Стирать при 40 градусах можно в машинке, изготавливает Узбекистан. Цена 186,90. И еще одна яркая весенняя новинка – жилет на синтепоне. Размеры 44-62 продается по цене 384,50. Имеется глубокий удобный карман, у меня влезла вся ладошка. Жилетка на молнии теплая и плотная. Жилетка без капюшона, на горловине небольшая стоечка, прошито все аккуратно, строчки ровные. Состав 100% полиэстер, изготавливает Россия. Завезли сапоги детские и весенние, очень легкие, цена 199,50. Сапоги из плотной резины, внутри нету подклада. Толстая подошва, высокое голенище, приятный цвет. Сапоги в двух цветах подойдут для девочек и для мальчиков. Состав этилен, винил, ацетат, размеры в ассортименте, изготавливает Москва. Галоши садовые, утепленные без меха, 75,90. Сделаны неплохо, но почему-то они очень тяжелые. А эти галоши уже с мехом, очень легкие и красивые, цена 231,50. Галоши в ассортименте есть мужские и женские, разбирают их очень хорошо по сравнению с этими галошами. Наглядный пример, где сколько галош осталось. А следующая новинка – куртка-ветровка на весну и осень. Снизу куртка затягивается на шнурки, на рукавах прошита резинка. Резинка не тугая, симпатично смотрится. С двух сторон есть глубокие карманы. Куртка тонкая, внутри на подкладе без синтепона, воротник стойка. Куртки в разных цветах, есть мужские и женские. Ткань непромокаемая, очень легкая, но в то же время будет защищать вас от ветра. Куртка удлиненная до попы, размеры 46-56. Мне эти куртки понравились, качество хорошее. И это еще не все цвета, которые я вам показала. Состав 100% полиэстер, изготавливает Россия, цена 488,90. Отвлечемся на пару секунд, хочу вам рассказать про сайт Smarty Sale. Smarty Sale – популярный кэшбэк-сервис, в котором вы можете экономить деньги, совершая покупки в более 700 интернет-магазинов и получать обратно до 50% потраченных средств. Пройдите регистрацию, перейдите с этого сайта в магазин, совершайте заказ, как делаете это обычно, и получайте часть денег обратно. А забрать деньги можно удобным для вас способом – пополнить мобильный через платежные системы или через банковскую карту. Обратите внимание, что цена в магазине при переходе с сайта Smarty Sale не меняется. Ссылку оставлю в описании и под видео. Всем удачных покупок! И вы только посмотрите на эту шикарную и классную новинку, которую я здесь увидела. Ковер из серии Gelato, размер 160 на 230 см, шинил, цвет бежево-серый. Красивый фактурный приятный рисунок, приятный к рукам с небольшим ворсом, мне очень понравилось. И я уверена, что в других магазинах эти ковры стоят намного дороже, чем тут. Все края хорошо обработаны, качество изготовления отличное. Современный, нежный, стильный, приятный и теплый ковер. Ковер изготовлен по новым технологиям, плотный и в то же время легкий.
Ковер размером достаточно большой подойдет для гостиной. Прочный, устойчивый, повторюсь, легкий и простой в уходе. Мне очень понравился. Ковры представлены в ассортименте в бежевых и в серых тонах. Невысокая цена 3989. Коврик в ванную комнату с высоким ворсом, снизу прорезинен, размеры 40 на 60 сантиметров. Края обработаны 99-70. Коврики представлены в ассортименте с разными расцветками, состав 100% хлопок, изготавливает Китай. Появились картины в большом ассортименте, размеры 35 на 45 сантиметров. Симпатичные картины с разными рисунками подойдут под любой интерьер. Картина с изображением старинного дома, черно-белые картины, картина для дома с надписями, правилами и пожеланиями. А эта картина очень реалистичная, как, впрочем, и эта. Вот, посмотрите, какая красивая картина, которая понравилась мне больше всех. И эта мне картина понравилась. Картина нарисована на плотной рельефной бумаге на обратной стороне картон. Посмотрев на эту картину, я почему-то подумала, что это Бузова. Картины с природой, животными, все они по одной штуке и все разные. Пятерка живописных лошадей, основа правила для дома. Современные, яркие, стильные и в то же время очень теплые. И всеми нами знакомая картина «Ласточки на гнездо». Картины мне очень понравились, подойдут под любой интерьер и стиль. И если вам картины понравились так же, как и мне, поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. С лайками я пошутила, но мне интересно, какие картины понравились вам, если они понравились. Пишите, все комментарии читаю и отвечаю на все вопросы. Цена 194,90. Магазин «Светофор» тихонько становится магазином мебели, завезли шкаф для одежды по суперцене. И, к сожалению, в собранном виде шкаф не представлен. У шкафа одно отделение и верхняя полка. Высота 182, ширина 61 и глубина 35 см. Шкаф выглядит как на картинке, по бокам цвет венге, дверцы дуб молочный. А завезли совсем недавно, продается в упакованной коробке. 2455,90. Шкаф в двух цветах, при покупке смотрите внимательнее. Также здесь можно купить стол складной, книжка, цена 1513,90. И комод с четырьмя выдвижными ящиками, цена 2439,90. Более подробно рассказывала в другом обзоре, ссылку оставлю под этим видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Стол и комод хорошего качества, приятный цвет, писали положительные комментарии. Размеры, к сожалению, не помню, но в том видео все рассказала и показала. А следующая новинка – гарнитур пикник из массива сосны. Ширина и длина 1,5 метра, высота 77 сантиметров. Изготавливает Россия, город Пенза, цена 2499. Снова завезли кухонную мебель, это стол и 4 табурета, цена 2279. Размер стола 60 на 90, высота 75. Стулья 32 на 32, высота 45. Производит мебельная фабрика Эвалайн, город Уфа. И последняя на сегодня мебель, это прихожая по цене 1789,90. Завезли супер раскраски, серия «Готовлюсь к школе». И еще есть раскраска для малышей. И раскраска «Рисуем и играем». Раскраска формата А4, листы плотные, шершавые, как и сама обложка. Помимо раскрашивания можно писать и обводить различные фигурки. Раскраска толстая, на много страниц, хватит надолго. Раскраска для малышей с легким и крупным рисунком. В раскраске «Играем и рисуем» можно одновременно рисовать, играть и проходить различные лабиринты. Еще есть раскраска «Первые уроки», удобный формат, добрые персонажи, хорошие стишки и качество. Также есть забавные лабиринты, увлекательные головоломки и забавные герои. А новая серия «Энциклопедия 100 вопросов и ответов», «Удивительные факты», «Земля и космос», «Что, где и почему». Обложка в твердом переплете, на обратной стороне написана вся серия энциклопедий. Книга очень интересная и познавательная, где вы найдете все ответы на вопросы ваших малышей. Иногда дети задают вопросы, на которые мы, взрослые, не можем ответить. К сожалению, цены не знаю, только-только привезли. Брюки детские спортивные в ассортименте от 1 до 12 лет, цена 189,90. Снизу брюк манжета, прорезиненная наклейка, два кармашка на резинке без шнурка. Размер этих брюк 92-140.
Обычные детские спортивные брюки без манжета. Состав 100% хлопок, размер такой же 92-140. Брюки теплые, плотные и мягкие. Брюки разных цветов для мальчиков и для девочек. Увидела симпатичные брюки для мальчиков с очень красивым названием «Все будет офигенно». Изготовитель Россия, город Омск, цена 185,90. И всем, кому это видео понравилось, было интересным и полезным, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно.